Омского таксиста сожгли в собственной машине. Обгоревший автомобиль с телом 58-летнего мужчины обнаружили этой ночью на трассе. Уже задержан подозреваемый в убийстве. Это житель Полтавского района, он сам явился в отдел полиции. Как удалось выяснить следователям, мотив преступления банален. Не желая оплачивать проезд, пассажир ввязался в драку с таксистом. Из-за полученных травм водитель потерял сознание, и преступник решил перегнать машину подальше от поселения, ну и замести следы преступления. Автомобиль съехал в кювет, где застрял. После чего мужчина, который вызывал такси, поджег автомобиль с находящимся внутри без сознания водителем такси и скрылся с места происшествия.